напротив калейдоскоп. Вот. Дальше будет несколько серьезнейших писем, друзья. Мы же с вами уже крутые ребята. Нам уже это типа сегодня был этот усадьба. И сейчас у меня, лично у меня на экране, это же у меня кабельное телевидение, и сейчас у меня тот самый канал «Бобёр», который такую дурь преподносил, может быть, благодаря мне исчез. А может, он теперь просто не принимается тут, а по всей остальной стране принимается. Может быть, они по-прежнему учат, как колесить деревья. Не знаю я. Помните эту дикость? Ой, нет, не буду повторяться. И вот получается, что сегодня показали женщину очень умную. Я фотографии делал с экрана. Как-нибудь покажу. Огромный кубометр грунта вынут. Часть потом обратно, потом это, потом доломитая мука. Не знаю, какой pH, суют туда и это. В общем, когда я посмотрел, да, до этого, сверху такой слой чернозема, нормально, а там ниже уже идет суглинок. Ну, а самое среднее, это и есть самое среднее. Вот. И вот взять, выкопать кубометр, разрушить все, что создавалось. Знаете, вот такой сантиметр создается примерно за 1000 лет. Да, 1000. От 1 до 2 за 1000 лет, да? Вот. А она вот столько выкопала из этого, ну, видно было, по пояс попускалась в яму. Вот. Зачем? За что? Вот я когда придумал вот этот способ, оставьте в покое, вся, за эти 1000 лет сложилась инфраструктура полностью. Не хватает только дерева, которое аккуратненько эту же землю, в таком же объеме, можно было, она все равно привезла со стороны, ее можно было сверху насыпать холмом. Вот. Ну, насчет холма, пока она это, хотя и назвала свою передачу, знаете как, энциклопедия. Передачи свои, энциклопедия. Да, раньше энциклопедия это была истинно последняя инстанция, но здесь она совершенно забыла про холм. А метровая яма у нее, как она ногами не топтала, она же у нее вот так просядет. Это как ты говоришь, бабки не ходи. Вот так вот. И вот получается, что нам надо продолжать. Поняли, к чему говорю? Итак, Ильшат Хан пишет мне. Валерий Константинович, получается, Тимирязевская академия своих сегодня ничего не учат. Трудно представить, что будет дальше. А дальше что представить-то? Вот, пойдите в Подмосковье, где 2 дня ходил по садам. Изумечено, искалечено все на свете. Какие холмы? Есть фотографии, я их показывал, мне уже стыдно 5-й раз показывать. Итак, явно покупные галыши, ярко-белые, видимо, покрашенная. Я не догадался поскобить. И каждое дерево было окружено вот этими вот бордюрами из этих. И это было 10 лет назад. А сейчас, сегодня она взяла, опять бордюр сделала. Прямо здесь, в передаче «Усадьба». Видите как? То есть, что будет дальше? То, что это самое. Вот. Есть такой анекдот. Он имеет отношение к там, нет? Вот. У зайца чемодан украли. Вот, он давай кричать на весь автобус. Верните чемодан, эй. Вот, а то будет как вчера. Ну, волк испугался и вернул чемодан. Говорит, а что было вчера? А вчера также украли, но не отдали. И вот, вот я вам ответил на ваш вопрос. Ничего хорошего не будет. Итак, тимирязевки учат, но это ненужное и бесполезное знание. И что самое интересное, студенты это тоже знают, что им никогда это в жизни не пригодится. Они вынуждены ночами не спать. Я садился за лекцию, то есть за это, перед экзаменом за 2 дня. И курс этот быстро вбивал в башку, там метологам тоже 90% не надо было. Вот. А эти 90% быстро башку сдал, и вот на третий день я уже не помнил ничего. Вот, вот так примерно нас учат. А у меня своя технология, я уже фильм показывал, еще вам объясню, в чем дело. Вот смотрите, я садился, это продолжение темы, я садил сад на Саянском алюминиевом заводе. Вот, если кто видел в этом ютубе, есть мой
фильм, его снимала моя племянница Даша, я стоял у экрана, а женщина сидела и говорит: это тот самый Железов на сайте посадил, какие там сумасшедшие урожаи. Она не была это. Я видел первый раз эту женщину. Речь шла о городской среде и о том, что я их учил, они возьмут по 50 тысяч эти, как это называется, гранты, а потом все это угробят. То есть они должны были найти деньги, заработать или как-то найти деревья, посадить. Вот. А я их учил, чтобы не было той дури, которая в любом этом, когда деревья, помните, падают, асфальтом залить приствольный круг. Поняли, да? Итак, я судил сад до Саази, тот самый знаменитый. Вот. Я не опозорился. Но мне давали двух помощниц. Я в отдел кадра, а у меня директор вот так сказал: погни пальцы, тебе все, мы все поможем. И вот тогда, значит, я в отдел кадра, говорю: мне нужны две выпускницы вуза. Мне дали, тут же где-то она работает там, вот, одна там, взяли, освободили, говорят: взяли, вы будете садить деревья. Я садил сотни. И что я убедился? Одна была выпускница сельхозтехникума, а вторая была выпускница сельхозвуза. Они не знали ничего, вообще ничего. А дипломы у них были, они с этими дипломами поступили на завод. Одна даже работала в этом, в озеленении. Итак, студенты делятся или всерьез, или из-под палки. И если они видят, что им даром не надо, это третья группа. Вот. Учебники для среднего медперсонала. Дело в том, что когда-то все учебники, я имею в виду биологов, это я отвечаю на ваш вопрос, сами задали, биологов, значит, этих самых агрономов и экологов. Вот эти специальности. Их надо пересмотреть, и наконец, чтобы они чего-то научились. Вот. А программу я могу составить, да, там это, правительство скинется, там министерство, это пару миллионов, второе, третье, и я им сделаю программу. Вот. После этой программы они будут знать то, чего узнаете вы. И вот получается что? Я привожу пример. Учебники для среднего медперсонала. Они тоже учатся. А там в учебнике целая глава обезьяны, пятикантропы, гориллы и, наконец, вершина, как это называется, цивилизация, вершина эволюции, человек. И это такое подробно все было. А скажите, ей уколы надо ставить. Вы знаете, был скандал лет 30 назад. Появилась гласность, и вдруг выясняется, терапевт, закончивший вузы, высшее учебное заведение, ни одного не научили ставить уколы. И вот медперсонал изучал теорию Дарвина. Вы понимаете? Учебник настоящий. Я могу найти, ну, просто долго искать. У меня вот такой архив. Вот. Теперь, что, беру я, открываю энциклопедию, только был для... Примерно такое же название, но было слово энциклопедия, медики. Вот. И там я узнал, что... Я с тех пор возненавидел все, что происходит, и то, что власть в стране принадлежит людям недалеким, скажем так. Видите, я отказался от резких этих. Я не стал делать вот так, я говорю, недалеких. Вот. Оказалось, когда я открыл таблицу, оказалось, что мужские половые гормоны, да, вот, имеют определенные цифры. Я их не помню. Там, допустим, от 500 максимум, там, допустим, до нуля. И вдруг я выясняю, что у женщин этот же мужской гормон имеет примерно те же пределы. И тогда я подумал, а вот откуда Мария Складовская-Кюри? У нее на гормонов было, как у нормального мужика, ученого, да? А нормальная женщина, она, извините, логарифм, она не сможет понять, что это такое. Вот, сейчас та женщина говорит про pH. А ну-ка, выпускники, кому сейчас 20, 30, 40, 50 лет, пойдут копать сад, а она еще сказала, что... Видите, я не матерюсь, я смеюсь. Она объяснила этим бедным, кто смотрит, как она садит саженец, что доломитовая мука снижает pH. Ой, увеличивает pH, видите, я уже сам скоро. Вот. Вы понимаете... А все такое pH никто не знает, не помнит. Вот. И вот получается, вот это наш уровень, да.
И вот когда чуть-чуть потом ниже развернуть, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Дело в том, что почему-то они не пишут правду. То есть со сторон, которые вырабатываются, это я пишу сила, агрессивность, ум, благородство, отцовский инстинкт. Вот что такое тестостерон. А они всего лишь написали. Обуславливает развитие вторичных признаков. Ну, то есть борода выросла вот тут вот. Может быть, это мускулатура. Все. Вот. И нормальный полуфункции. Тут они правы. Почему я это говорю? Полный пересмотр должен быть. Полный, абсолютно. Это касается много учебников. Это касается многих вузов. И не только по садоводству. Почему? Потому что будет ниже.